Задача на умножение. Задача номер 14. Условия задачи. Сколько литров в 4 трехлитровых банках? Прочитайте ребенку условия задачи. Спросите, какое действие нужно сделать, чтобы решить задачу. Составьте и запишите пример. Чтобы решить составленный пример, нужно поставить форму 4 три раза. Чтобы узнать ответ, ребенок накладывает форму 10 и форму 2. Форма 10 и форма 2 – это 12. Попросите ребенка назвать ответ и помогите его записать.